Спецборд с гуманитарной помощью из Туркменистана прибыл в Приморье. Это 40 тонн детской одежды, постельного белья, подушек и одеял, а также других необходимых вещей и предметов для тех, кто пострадал от наводнений в крае. Самолет с грузом в аэропорту встретила председатель правительства Приморья Вера Щербина вместе с руководителем регионального агентства международного сотрудничества Алексеем Старичковым. По словам первого вице-губернатора, приморцы благодарны за помощь жителям Туркменистана. В Приморье пришла беда, и Приморье вообще славится тайфунами каждый год, но в этом году вот небывалые тайфуны, их серия одна за другим. Конечно же, пострадало у нас 72 населенных пункта, практически половина муниципалитетов утонули, 5000 домовладений, куда зашла вода, и люди пострадали, пострадали посевы, огороды и, конечно же, личное имущество. Очень много неравнодушных людей сейчас с нами. И вот видите, даже международная помощь Туркменистана. Мы, конечно, очень рады. И на самом деле спасибо огромное. И я бы хотела прямо лично передать огромное спасибо национальному лидеру Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Действительно, это шапка доброй воли, это шаг взаимоуважения. Когда вот в трудный час к нам пришли на помощь, и тот груз, который вы привезли, конечно же, это очень важно для нас, для наших семей.